Всем привет! Меня зовут София, я очень рада, что вы заглянули на мой канал. В этом видео я вам покажу 4 очень простые идеи для перекусов. Ну, если это вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной. Ну а мы начинаем! Для первого ланча вам нужно выбрать овощи, порезать их. Я беру морковку. И нарезаю ее на небольшие кусочки. Вкладываю ее в ланчбокс. Далее нарезаю огурец на такие же не очень крупные куски. Дальше я нарезаю лист салата на кусочки побольше и все складываю в ланчбокс. Вот такой вот очень яркий ланчбокс получился. По желанию можно добавить хумус, майонез или сметану. Для следующей идеи нам понадобится йогурт, тик-так, либо ММДМС, конфеты, шоколад, печенье, да все, что вы любите. Открываем йогурт и выливаем его в ланчбокс. Дальше добавляем все, что вы любите. ММДМС, шоколад, печенье, тик-так, все, что угодно. И вот такой вот очень сытный перекус у нас получается. Только не забудьте взять ложку. Для следующего ланча я поджарила хлеб и сосиски. Выкладываю все это в ланчбокс. А также налила в ланчбокс кетчуп, чтобы макать туда сосиски. Такой ланч готовится быстро, а получается очень вкусный перекус. И четвертый, самый последний перекус, самый-самый простой. Я просто нарезаю банан небольшими кусочками, можно прямо с кожурой. Выложила все в ланчбокс, а также взяла с собой очень вкусный мунель. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Не забывайте подписываться и ставить пальчики вверх. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. До новых встреч.